таких норах порой приходится лазить. Это под бассейном находимся, чтобы поставить лестницу, а потом провести проводку. Один день из жизни электрика ему. Вот по таким норам приходится лазить. Я как-то снимал, бля, где находился в другом месте. Ну там вообще была задница, здесь еще более-менее цивильно. А воздух очень чистый, видите? Вот такая тема. И приходится лазить, что, блин, вообще просто капец. О, щели. Щели-мели. И вот тут с парнями как раз лестницы ставили. Так вот приходится зарабатывать на хлеб. Ничего, это не страшно. Даже интересно иногда. Это дно бассейна. Если что, вот тут вся система стоит, которая и подача воды, и вентиляция, фильтрация, вентиляционные трубы какие-то. Тут всего чего. Огонь. Заветный щит.